60 – это много и мало. Мы ведь люди, считаем года, а у Бога другие начала и другие масштабы всегда. 60 – это целые горы мыслей, слов, переделанных дел. 60 – это капелька в море, если вечность дается удел. Нам не нужно жалеть совершенно о количестве прожитых лет. Наше дело – исполнить смиренно назначение свое на земле, чтоб предстать перед троном Христовым, небеса созерцая душой, нам услышать желанное слово: «Хорошо, верный раб, хорошо». Поздравляем!